с приветственным словом к участникам и гостям интернациональной выставки собак «Евразия-1» обращается президент Российской кинологической федерации Александр Иванович Иншаков. Добрый день, добрый вечер, дорогие друзья. Мы в очередной раз сегодня с вами собрались на самом серьезном мероприятии в нашей стране. Это Евразия-2013. Мы всегда стремились и будем стремиться, чтобы наше мероприятие, наша выставка, наш док-шоу были лучшими из лучших. И постараемся в этом вас не разочаровать. Я хочу поблагодарить всех здесь сегодня собравшихся. В первую очередь оргкомитет сегодняшней выставки, наших гостей. I would like to thank all of you who's present here today and firstly all our guests here. Надеюсь, что сегодняшний праздник пройдет на самом высоком, как говорили раньше, уровне идейно-политическом, что все ваши питомцы, хотелось бы, чтобы все победили. Но, к сожалению, это невозможно, поэтому я надеюсь и уверен, что победят сильнейшие. Хочу еще раз... I hope that today's event will be the top quality. And, of course, I wish everyone that their pets become winners, but, of course, it's not possible. So, wish you all luck. Наше сегодняшнее мероприятие совпало практически с началом весны, хотя, говорят, весны в этом году не будет. And of course our event today coincides with the beginning of spring, but they say that spring will not actually start this year. Видимо, начнется сразу лето. Поэтому всех вас с замечательным летним настроением, победы самым достойным, хорошего настроения всем. And let all the best and the most worthy become champions today. Have your celebration spirits and moods ready, and let's start. Еще раз спасибо всем. Уважаемые участники и гости выставки, еще один приятный момент. Российская кинологическая федерация в лице ее президента Александра Ивановича Иншакова решила наградить золотым значком РКФ за значительный вклад в развитие Российской кинологической федерации. Золотым значком награждается исполнительный директор РКФ Ольга Александровна Проскурякова. Ольга Александровна, мы ждем вас с нетерпением. За значительный вклад в развитие Российской кинологической федерации золотым значком награждается советник президента по кинологическим вопросам Ривас Ривазович Хамасуридзе. За многолетний высокопрофессиональный вклад в становление и разведение породы бигль в российской кинологии золотым значком РКФ награждается владелец самого большого питомника бигли в России и одного из крупнейших в Европе кара урус Ольга Иосифовна Шилова. Спасибо, спасибо огромное, Ольга Иосифовна. Спасибо, Александр Иванович. Это все награждения золотыми значками. Спасибо вам огромное. Уважаемые гости, Российская кинологическая федерация, безусловно, гордится успехами российских кинологов. И вот многие из вас не знакомы и знаем о том, что Ольга Иосифовна давно стоит у истоков развития породы бигль в России.
Ну что ж, за что ей огромное спасибо.